Наша команда вышла из отпуска, но не только. Игроки готовятся к сезону. Над чем работаете? На что акцент делаете? Убираемся. Выносим старое, заносим новое. А ваш любимый игрок? Они все любимые для меня. Наши ожидания самые высокие, как считает, думаю, чтобы наша команда победила. Была не только сильной, но и задорной. Мне кажется, что для зрителей это важно. Здравствуйте. А над чем работаете? Как ваша подготовка к сезону проходит? Здравствуйте. Пожалуйста, вот уборка идет. Уборка. К сезону готовы. Залили лед. Сейчас вот подготавливаем. Ожидания самые лучшие. Надеемся, верим в команду. Держим кулачки. Болеем за команду. Время идет. Спасибо. Мы всегда ждем каких-то интересных игр и каких-то успехов. Вот этого и наш премизельство. Сейчас у нас идет продажа абонементов онлайн. Также мы готовим новые красивые бланки для наших любимых болельщиков. Верим в нашу команду, верим в победу. Но подготовка к сезону уже началась. У нас пришли новые джерси, футболки джерси. То есть очень качественные, очень классные. Многим советую, многие покупают. Вообще от сезона жду самого лучшего. Условия рабочие нравятся вам? Ну как? Это очень больной вопрос. Готовимся к встрече с новыми игроками. Всех очень ждем. Ждем нового сезона. У нас будет новое меню. А вы как готовитесь к сезону? Над чем работаете? Работаю над светом. В нашем деле главное не отсвечивать. Да. Победа у нас! Мы хотим третий раз стать чемпионами. Почувствовать искру эту. Когда вот здесь вот все колыхается от счастья. То мы здесь работаем и делаем для этого все.